Здравствуй, папка! Ты опять мне снился. Только в этот раз не на войне. Я немножко даже удивилась. Да чего ж ты прежний был во сне? Прежний, ну такой же самый. Точно не видались мы 2 дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется. Я вижу и визну на тебе. Мы с тобой начали бороться, одолела я тебя в борьбе. А потом даю тебе 2 осколка, что нашли недавно у ворот. Говорю тебе, а скоро елка, ты приедешь к нам на Новый год? Я сказала, да тут же и проснулась. Как случилось, это не пойму. Осторожно к стенке прикоснулась, в удивление глянула во тьму. Тьма такая, ничего не видно, аж круги в глазах от этой тьмы. Да чего ж мне сделалось обидно, что с тобой вдруг расстались мы. Папа, ты вернешься невредимый, ведь война когда-нибудь пройдет. Миленький, голубчик мой родимый, знаешь, правда, скоро Новый год. Я тебя, конечно, поздравляю и желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю, прижелаю поскорей фашистов одолеть, чтоб они наш край не разрушали, чтоб как раньше можно было жить, чтоб они мне не мешали обнимать тебя, тебя любить, чтоб на всем таким большущим миром днем и ночью был веселый свет. Поклонись бойцам и командирам, передай им от меня привет. Пожелаем всякую удачу, пусть идут на немцев день и ночь. Я пишу тебе и чуть не плачу. Это так, от счастья твоя дочь.